Какую работу выполнил в прошлом 2022 году социальный центр помощи семье и детям, рассказала его директор Татьяна Цапкова. Подробнее об итогах смотрите далее. Наше учреждение, Амурский центр социальной помощи семье и детям, отмечает свое 25-летие. Для нас он юбилейный год. И на сегодняшний день, подводя итоги работы нашего учреждения за 2022 год, могу сказать, что нашей главной задачей всегда стоит задача расширения наших услуг, оказание различных видов социальной помощи для семей с детьми, несовершеннолетними детьми и граждан, имеющих на это право. Главная задача нашего учреждения – это качество и доступность социальной помощи для детей и семей с несовершеннолетними детьми и граждан, имеющих на это право. Вот весь 2022 год и был как раз посвящен этому. В нашем учреждении функционируют три отделения. Это отделение социального сопровождения семей с детьми, отделение реабилитации на 20 койко-мест и отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями. Государственное задание нашего учреждения – это 980 получателей услуг. В чем же заключается доступность и качество? Доступность – это чтобы не боялись в наше учреждение приходить, чтобы мы были востребованными и полезными для людей, жителей нашего Амурского муниципального района. К примеру, в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями это главная услуга – это реабилитация детей-инвалидов с инвалидностью, либо с ОВЗ. Потому что не секрет, и все доктора говорят по этому поводу, что помощь должна быть постоянной, каждодневной, и только в системе можно получить результат. Не время от времени, пока они бывают в реабилитационных центрах или проходят, к примеру, какое-то медицинское обслуживание, а каждый день, ежедневно, ежечасно. Поэтому это отделение и занимается вот этой помощью. Прежде всего, обучает родителей, как сделать так, чтобы ребенку было комфортно и хорошо, чтобы он был не ограничен в своих возможностях, а чувствовал себя так же, как и тысячи других детей чувствуют себя в Российской Федерации, чтобы ему было доступно любое поведение, любое посещение музеев, кинотеатров, театров, школы и любых других мероприятий. Поэтому в этом отделении у нас есть лечебная физкультура. В этом году мы обновили еще оборудование, получили достаточно хорошее оборудование по программе «Доступная среда». Обновили это оборудование. Вот доступность. Мы открыли несколько пунктов, потому что не всем удобно вот из всего города, да, приезжать вместе с детьми именно в наше учреждение. Поэтому мы заключили договора о взаимодействии с различными другими учреждениями для того, чтобы качественнее оказывать и доступнее оказывать эти услуги. Так мы имеем договор со школой номер 9 города Амурска, с нашим политехническим техникумом, для того, чтобы в 8, 9, 5 микрорайоне эти детки могли прям туда приходить, в эти залы для оказания, для получения этих социальных услуг. Оборудование, которое мы получили для этих детей, оно уникальное. Такого в нашем Амурском муниципальном районе больше ни в одном учреждении нет. Даже наша больница, она не имеет таких возможностей, которые имеем мы. В прошедшем году Александр Владимирович Горбунов, который является инструктором-методистом ЛФК, прошел обучение в городе Москва. То есть на сегодняшний день ему стало доступным новые технологии, современные технологии, очень качественные технологии для реабилитации таких детей, которые нуждаются в этом. Ну, это, я считаю, что это очень большое достижение для нашего района, для наших детей, для наших получателей услуг.
Вот. В отделении социальной реабилитации на 20 койко-мест, это отделение приюта, нашего социального приюта, мы тоже обновили оборудование. В этом году мы очень тесно сотрудничали с акционерным обществом «Полиметалл», для того, чтобы и участвовали в их программах, и мы получили, обновили свой кабинет для работы психолога. Стоимость этого кабинета 1,5 миллиона рублей. Мы получили новейшее, современнейшее оборудование для оказания социальных услуг. И виртуальная комната там есть, и современнейший стол для педагога, психолога, который этим занимается. Он одновременно может делать различные вещи для реабилитации ребенка. И там есть и уголок уединения, и сенсорное оборудование. То есть все, что необходимо, мы все это имеем сегодня. Мы обновили интерьер нашей столовой, обновили оборудование для подогрева пищи. То есть это вот все с помощью наших спонсоров, наших инвесторов, которые знают и понимают, для чего они вкладывают эти средства в наше учреждение. Вот. Отделение социального сопровождения семьи с детьми внедрило в свою работу новые технологии, современные технологии для сопровождения семей, которые оказались в социально опасном положении либо в трудной жизненной ситуации. И самое главное, что результат есть нашей работой. Количество семей, вот показателем эффективности работы нашего учреждения является то, что количество семей, которые оказываются в этом положении, стоят на учете, ну, уменьшается, прилично уменьшается. Вот снижение прошло примерно на 30%. Вот благодаря внедрению различных новых современных технологий. Расширяется взаимосвязь и взаимодействие между различными структурами муниципальных органов власти, да, и краевых учреждений для того, чтобы в поле зрения были все эти семьи, которые требуют вот этой заботы. Мы это все делаем. Ну и преступность, соответственно, она, детская преступность у нас тоже уменьшилась. Я считаю, что вот это и есть результат целенаправленной работы всех органов системы профилактики Амурского муниципального района, в том числе и нашего учреждения.